Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mazda 6 2010 года выпуска. Двигатель 2 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров. На этом автомобиле заменю задние тормозные колодки, также задние тормозные диски. Поднимаю автомобиль. Снял задние колеса, поднял автомобиль. Откручиваем направляющие. О, нижняя. Нижняя туго идет. Наверняка сухая. Верхняя тоже практически высохла. Смазка, остатки белая, это МС-1600. А вот эту придется вытягивать. Берем ключик на 14. Вставляем с этой стороны и нажимаем в сторону ключа и крутим. Сухая вся. Снимаю цилиндр. Пружинка здесь одна. Снимаю колодки. Колодки уже все. Выработка на диске тоже видно какая. Снимаем пыльники и чистим внутри. Вот так, пока уберу цилиндр здесь за проводку. Так, снимаю скобу. Откручиваю два болта, головка на 14. О, теперь спокойненько вычищаю всю ржавчину, смазываю, чищу посадочные под пыльник. Диск у нас приржавел, вкручиваю болт на 8. И стучать не надо, когда есть такие отверстия для демонтажа. Чистим немножко ступицу. И смазываем медной смазкой.
Берем новый тормозной диск фирмы Zekert BS5161. Здесь отверстий нет, а на диске есть отверстие для установки фиксирующих болтов. Почистил скобу, пружинки вставил на место. В скобу добавляю по горошине смазки. И разгоняю ее отверткой. Вставляем на место и наживляем болты. Ставлю на место пыльники. Хочу показать, как вернуть поршень без специнструмента. Просто обычными круглогубцами, нажимая, поворачиваем по часовой стрелке. Перед этим под пыльник добавлю немножко смазки. Аккуратно поддеваем пыльник и добавляем под него смазки Фэби. Размазываем ее. И потом поворачиваем поршень. Обращаем внимание, как вот расположен поршень. У нас выточка снизу и сверху параллельно этой. Почему? На колодке есть штифтик, который входит в эту проточку. И когда поршень поставим, нам надо поставить его будет точно так же параллельно отверстие. Берем длинные круглогубцы не буду я круглогубцами, я их испорчу, возьму я все-таки струбцину. Вот такая струбцина правого вращения, одеваю на нее опорную пластину, завожу в разрезы. И вот теперь ее уже вкручиваю. Усилия здесь больше получается. А круглогубцы бы просто бы испортил.
Утопил поршень. Пыльник тоже у нас стоит на месте. Поршень поставил параллельно отверстие. Теперь берем, устанавливаем новые колодки. Новые колодки буду использовать фирмы Sunshink SP2028. Вот штифт, про который я говорил, вот этот штифт как раз и ложится вот в этот паз. Если он будет повернут, колодка одной стороной упрется в штифт и будет перекос колодки. Ставлю разжимную пружину, она одна. Ставлю на место цилиндр, поправляю пыльник один и пыльник второй. Смазал направляющие, верхняя у нас идет с резиновым демпфером. Нижняя идет без демпфера. Поправляем, чтобы у нас пыльник сел на направляющую и снизу, и сверху. Все, пыльники сидят. Ставим на место колесо и аналогичным образом меняем со второй стороны. На этом. После этого нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза. И на этом замену задних тормозных дисков и задних колодок я закончил. Всего вам доброго!